вечера, кто успел на этих самых электричках на эту самую поляну добраться уже. Особенно доброго вечера тем, кто еще с четверга. Тем я даже немножко завидую. Хотя почему немножко, что ж скрывать-то? Вот. Начнем с лирической композиции. Вот. Она называется «Живые огни». Кстати, автор текста вот прибежал. Эй, погнали! Теперь начнем более веселые песенки. Так, с чего начинать? Давай с утопии. Давай с утопии. Следующая песенка. Если. Ух ты, классно заводится вообще. Вот. Называется «Ночные дома». Если так чисто просто, ну, вдруг мало ли пригодится. Thank you.
привет вновь прибывшим. Можно мне меня чуть погромче? Да, и кстати, этого голос тоже в мониторку чуть-чуть загнать побольше. Следующую песенку, в отличие от предыдущей, мы на предыдущем году, в прошлом году, в смысле, в Метафесте не играли. Она, можно сказать, свежая. Ну, может, она даже чем-то отличается. Круто! Да, это вообще, кстати, так классно видеть, что там на эстраде. Ой! Блин! Короче... Спасибо! Но нет, мы не настолько жестокие и брутальные. Не, это будет, это как же без этого? Я смотрю, уже фанаты прям наклевываются, все песни знают вообще. Вот. В прошлом году мы что-то попробовали играть одну каверину на совершенно несвойственную Метафесту команду. Не, получилось, в принципе, прикольно. Попробуем еще раз. Yeah.
Никогда мне еще не приходилось играть с жуком в гитаре. Вот. Сейчас фильм. Водное истощение. Народу вообще прибавилось, кстати, дофига классно, блин. Всех ног прибывших поздравляю с началом Метафеста. Вау, классно. Вот теперь точно поздравились. Наверное, что ли? Последний, что ли? Да? Ну да. Последний, вот как раз прям вот. О, вот и мы говорим, вот только надо. Жить плевать на время.
Спасибо большое, спасибо Метафесту. Короче, блин, клево.